Сегодня 9 мая. Мы находимся в красивом парке города Пшчины. Сегодня 9 мая. Мы находимся в красивом парке города Пшчины. Зеленый красивый парк здесь. Мы приехали специально посмотреть. Здесь еще есть очень красивый замок. Подойдем к нему, посмотрим. Сегодня прекрасный день. Вот мы сейчас идем вот к этому красивому замку. Замок Анхальтов, что ли. Но он очень красивый. Сейчас подойдем поближе и посмотрим его. Продолжаем путешествовать по парку Анхальтов. Ну, я так думаю, Анхальтов, потому что мы видели там где-то вывеску, что гробы Анхальтов. Значит, это к замку еще мы пока не подошли. Сейчас подойдем. Народу очень много. Я почему-то думала, что будет меньше народу. Но здесь народу, ой, как демонстрация. Люди ходят, люди ездят на велосипедах с детьми, без детей. Прекрасный сегодня день. Настоящий майский день. Вот какие-то пруды, вот так вот смотришь на все на это. Надо же, вот одна семья всем этим владела. Как они здесь гуляли, наверное, целыми днями, думали о чем-то, вершили судьбы народов. Здесь мы наткнулись вот на такой камень. Тут написано, что дом европейский, посад зоны пишет президента Леха Валенца с оказией еще мега великого пикнику. И вот такой вот дубочек, который посадил Лех Валенца. Но он что-то такой хиленький прямо. Хотя ему уже... Когда его посадили? 11 лет. Так вот неожиданно наткнулись на такой камень. Это мы все к этому, к замку подбираемся. Ну вот он такой красивый, этот замок. Он вообще считается, это одна из жемчужин Шленска. Очень красивый. Вообще здесь парк, конечно, чудесный. Здесь столько дубов. Столько зелени, особенно сейчас, весна, сейчас вот самое-самое все расцвело, так все красиво вообще. Полный релакс, вот посмотрите, все отдыхают, поле одуванчиков, хочешь уже такие белые одуванчики, хочешь такие желтые одуванчики. Красота. Но это мы на рынке Пшчины, самый центр. Как всегда, такой рынок с мэрией, с костелами, с людьми. Приятный такой городок, старинный, 1300 какого-то года через Пшчину была дорога, которая связывала Киевскую Русь и Моравию. Сейчас идем таким по старинным улочкам Пшчины. И вот здесь такая интересная аптека. Она называется аптека под Мужиным. Вон там стоит Мужин, то есть это негр. И вот тут аптека под Мужиным. Так интересно, почему она, интересно, так называется? Почему именно под Мужиным и почему именно... Мужин тут стоит, негр. Наверное, есть какая-то история, но я ее не знаю. Такой городок Пшчина. Такие вот тут вот такой центр, вообще такой весь числый. О, кошка попрыгала.
Улочки узенькие, домики, так все. Да, все очень старинное, конечно. Вот если убрать, да, знаки, машины, как будто вы в 15 веке. Ну вот, погуляли, и теперь мы... А это мы... уже не историческая такая. Ну, историческая, да, но не такая. Уже, да, не... историческая там была, конечно. А тут обычные уже. Усе в масках.